Начальник полиции Пермского края ушел в отставку. А в выходные в Прикамье похолодает до минус 10 градусов. О самом важном и интересном готова рассказать команда телеканала ТНТ «Березники». В студии Андрей Фадеев. Здравствуйте. И вот главные темы большого пятничного выпуска новостей. Мы начинаем. Новый провал. В Березниках сбылись прогнозы ученых. Мы наблюдали это. Мы постоянно контролируем. У нас здесь развернута полная система мониторинга. Такой лаваш нам не нужен. Точки быстрого питания грубо нарушают санитарные нормы. Мы вышли в собственный рейд. Все вопросы к директору. Всемирный день донора отметили и в Березниках. Известные в городе люди сдавали кровь. И, возможно, уже завтра спасут чью-то жизнь. Но, возможно, эта кровь будет передаваться маленьким детям. Эстафета добрых дел на старте. Телеканал ТНТ «Березники» возрождает благотворительную акцию для всех и каждого. Начну выпуск с репортажа из самой закрытой территории города Березники. В огражденной зоне так называемой панели переходного периода обнаружен новый провал. Об этом сообщили ученые в еженедельном отчете о мониторинге сейсмической обстановки в городе. Подробнее в сюжете Дмитрия Сидельцева. Следующий идет, 9 апреля, да? Он идет следующий, вот. Вот он, 17 на 10, вот этот вот. Вот это, где мы дом смотрели. 10 метров на 17 метров, глубина 12 метров. На территории так называемой панели переходного периода, огражденной еще с 2015 года, сейчас зафиксировано 4 воронки. Первый провал образовался возле бывшей 26-й школы 17 февраля 2015 года. Хотя большее внимание ученых привлекала юго-западная часть опасной зоны, где находилось так называемое мульдоздвижение, а проще говоря, проседание земной поверхности. 23 марта прошлого года здесь образовалась еще одна воронка. Настолько небольшая, что ее происхождение вызывало сомнения. Вполне возможно, что в этом месте еще находилась типа какой-нибудь овощной ямы и тому подобное. Потому что верхние точки, там торчат доски и всякое такое вот барахло деревянное. Вот. Другое дело, что да, уравкалий это классифицируют как воронка, но это не значит, что это провал. Спустя две недели в двух десятках метров возник новый провал, размеры которого сейчас составляют 10 на 17 метров. А два дня назад, в 10 утра, при маркшейдерском мониторинге опасной зоны, в районе дома Котовского, 33, была обнаружена еще одна воронка размером 4,5 на 7,5 метров. Надо понимать, что с начала наблюдения здесь уже порядка 13 метров оседания. Мы наблюдали это, мы постоянно контролируем. У нас здесь развернута полная система мониторинга. Данная воронка произошла на территории, которая полностью запрещен доступ людей. Все здания там расселены полностью. Наблюдение мы здесь ведем, начиная с 2006 года. Место образования воронок на панели переходного периода совпадает с прогнозом, сделанным учеными еще в 2014 году. Наблюдение за опасной зоной ведется беспрерывно. Дмитрий Сидельцев, Дмитрий Воронушкин. Новости на ТНТ. Лаваш завернули. Роспотребнадзор приостановил деятельность известной в Березниках сети быстрого питания. С чем в Березниках готовят шаурму? С любовью или с нарушениями? Евгения Кокшарова вышла в собственный рейд по торговым точкам города. В Березниках павильон и лаваш торговали продукцией в антисанитарных условиях. Сегодня в сети эту новость обсуждают все любители этого восточного блюда. Как сообщили в краевом суде, ларьки закрыли на 2 месяца из-за того, что они не оборудованы системой водопровода и канализации. Однако мы видим, что внутри сидят посетители, и сейчас мы узнаем, в чем же дело. А дело, видимо, к обеду. Завсегдатаи с аппетитом уплетают и шаурму, и шаверму. Закрытием здесь и не пахнет. Очень вкусный. Хороший готовит на ваша страна. Россия, как говорится, щедра душа. Тем более ваши традиции любим, уважаем. Не в традициях этого заведения отказывать покупателям, не отрываясь от дела, дает нам понять повар. Все вопросы к директору звоните, и у нас сменился начальник. Ну, вас закрыли или нет? Нет, нет, мы работаем. Ну что ж, к директору, так к директору. Звоним. Зеленый лаваш. Я их недавно только купила. Сначала у нас лаваш был один предприниматель, то есть я приобрела эти павильоны не так давно, несколько недель назад. Вот, по поводу того, что там какие-то нарушения, первый раз слышу.
А возможно, предприниматель Ольга лукавит. По словам юристов, смена собственника может быть и лазейкой в законе. Ведь суд принял решение приостановить деятельность предпринимателя Васюковой. Это бывшая владелица. А вот нынешнюю ИП Некрасову запрет, видимо, не касается. Хотя Роспотребнадзор плачет по большинству точек быстрого питания. Возьмем хотя бы то же самое отсутствие канализации и водопровода. В соседнем же киоске по этому пункту полнейшая антисанитария. Ну да, в канистрах таких воду привозят. А кран вообще есть вот? Откуда там вода? Крана оборудована? У нас нету. Мы моем все в ведрах. Он привозит нам ведра чистые, мы в ведрах все моем. Как-то не очень аппетитно это все звучит. Идем дальше. На привозной воде работает и соседняя лапшичная. Водичка откуда? Да привозим. Возите? Откуда возите? Из дома. Не все в порядке и в киоске у «Радуги», где продавец спешно натягивает шапочку при виде камеры. И в ларьке у 9-й школы. Там повар курит, не отходя от кассы. Работницы общественного питания, похоже, не знают, что отсутствие канализации – это нарушение. И с гордостью демонстрируют свою кухню. Бутилированная вода или что у вас тут? Ну, в канистрах привозят. У нас привозят, и вот кран, у нас горячая вода здесь нагревается, она кипятится, вот эта вот вода. Вот у нас... Вот все включается, здесь включаем и кипятим эту водичку. Она откуда? Возят либо с «Радуги» здесь берут, либо с ЦУМа. У нас сальмонелла, кишечная палочка, золотистый стафилококк. Такую живность вы можете поселить в свой организм, покупая шаурму, приготовленную в антисанитарных условиях. Роспотребнадзор поможет в борьбе с нечестными частниками, но завязать этот бой должен сам потребитель. Основания для проведения наших неплановых проверок, они говорены 294-м федеральным законом, значит, где конкретно звучит, что граждане также могут обратиться к нам, если возникла угроза причинения вреда жизни или здоровью, если уже причинен вред жизни или здоровью гражданину, или же нарушены его права как потребителя. Со своими жалобами добро пожаловать в Роспотребнадзор на Северный переулок 13. А между тем прецедент с лавашом уже заставил некоторых шаурменов призадуматься. Без воды и ни туды, и ни сюды. Предприниматель Руслан, например, обещает устранить нарушение. Ну вот сейчас они ремонтируют же здесь. Мы договорились, они будут здесь канализацию проводить. Наш рейд показал, уличный перекус – дело все-таки рисковое. Пользоваться восточным гостеприимством или нет – это решение должен принять каждый сам для себя. Вот такая шурма. Большая. Евгения Кокшарова, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Лето не за горами. Согласитесь, все мы с нетерпением ждем летнего зноя и открытия пляжного сезона. Однако купаться, скорее всего, горожанам будет негде, ведь который год в Каму сбрасываются сточные воды с превышением ПДК. В феврале-марте 2018 года природоохранная прокуратура Березняков провела проверку деятельности компании «Исток», ответственной за водоотведение предприятий города. В ходе проверки выяснили, эта фирма ежегодно сбрасывает в Каму более 58 тысяч кубометров недостаточно очищенных сточных вод. В связи с этим было возбуждено административное дело. Компания «Исток» оштрафована на 80 тысяч рублей. Кроме того, предприятие обязано привести нормативы в порядок. Если работа над ошибками выполнена не будет, то будут применены дополнительные санкции. К слову, судебное заседание назначено на середину мая. Если решение суда будет в пользу нашего, то, соответственно, уже в порядке исполнения данного решения суда будем контролировать деятельность этой организации и обязывать ее привести свою деятельность в соответствии с действующим законодательством природоохраны. Эта неделя держала в напряжении весь город. Журналисты нашей телекомпании оперативно и, самое главное, объективно выдавали самую свежую информацию. Сейчас пришло время нашей постоянной рубрики «По пятницам». Итоги недели подведет Елена Суханова. В начале недели по городу пронеслась шокирующая новость. В городе пойман педофил, тренер одной из березняковских детских секций. От таких вестей наверняка сжалось сердце у каждого родителя, дедушек и бабушек, да и у любого сопереживающего человека. Ведь сотни мальчишек и девчонок занимаются спортом. Наша съемочная группа провела свое расследование и выяснила, пойманный педофил не тренер, а спортсмен, замеченный в одном из спортивных залов города.
Сегодня в сети появилось его фото и названо имя. К сожалению, мы не можем показать его личность, но будем следить за ходом расследования этого громкого дела. Во вторник березняки потрясла еще одна весть. На парковке у собственного дома скончался бывший водитель скорой Вячеслав Бретенков. Мужчина рано утром вышел на работу. На парковке его автомобиль заблокировал автохам. После потасовки по неясным пока причинам Вячеслав умер. Сейчас ведется следствие. Родные и близкие мужчины с нетерпением ждут итогов судмедэкспертизы, которая прольет свет на эту историю и назовет причину гибели Вячеслава. Если вы стали свидетелем этой ссоры, то вас ждут в следственном отделе. Адрес сейчас у вас на экране. 17 апреля судебные приставы нагрянули в кинотеатр «Мелодия». По иску прокурора суд принял решение приостановить работу кинотеатра в связи с нарушением правил пожарной безопасности. Такая же участь настигла и торговый центр «Бум». Конкретные причины закрытия названы не были. Ревизоры лишь пояснили. Все подробности ждут предпринимателей на следующем заседании суда. Руководители кинотеатра и торгового центра пообещали горожанам в кратчайшие сроки устранить все неполадки. В Прикамье начали свою работу 6 сезонных лабораторий по исследованию клещей, в том числе и в Березняках. По словам врачей, чтобы не стать жертвой кровопийцы, нужно соблюдать основные правила. Надевать светлую одежду, плотно прилегающую к телу, использовать аэрозоли и осматривать друг друга после лесной прогулки. Если клещ вас все-таки укусил, ни в коем случае не доставать его самостоятельно. Лучше доверить это профессионалам. Единственный пункт приема клещей в Березняках – это травмпункт на Деменева 12 в здании поликлиники. Исследование насекомых на наличие энцефалита обойдется нам с вами в 221 рубль. Ответ на вопрос, заразен клещ или нет, можно получить уже на следующий день после обследования. Итоги недели подвела Елена Суханова. Новости на ТНТ. До летних каникул остается чуть больше месяца. Через считанные недели на улице города высыпет детвора, озорная и непоседливая. В связи с этим на базе ЦНТТ будущим первоклассникам преподали пару уроков о безопасности на дорогах. Надо по полосе ехать. Ты нарушаешь правила. Надо вот по правой полосе по этой ехать и по этой ехать. Правила дорожного движения – это необходимые знания не только для взрослых, но и для этих малышей. Хотя все больше похоже на игру, но с уверенностью можно сказать, детишки усвоили материал. Ну да, они воспринимают это как игру, но все равно вместе с игрой у них откладывается, как нужно правильно себя все-таки вести. Когда приходишь к ним в детский садик с беседой, говоришь, а я так делать нельзя, они это не особо сильно воспринимают, они через игру это понимают больше. На помощь маленьким дошколятам в изучении дорожной грамоты пришли ребята из отряда юных инспекторов. Даже несмотря на небольшую разницу в возрасте, юидовцам было что сказать молодому поколению. У них не получается поворачивать. Я сегодня помогала им ездить, чтобы не упасть, контролировать движение, как они будут ездить, и их постраховать. Иногда приходится им немножко помогать, говорить, когда остановиться. Я узнала, что есть всякие там для водителей всякие там учебные специальные трассы, там загородные всякие авто, всякие там такие. Весь год эти ребята ходили на занятия и изучали правила дорожного движения. Учились кататься на велосипеде и самокате, а также рассматривали реальные дорожные ситуации. А вот сегодня в ЦНТТ что-то наподобие мини-экзамена, где малыши продемонстрировали все свои знания. Во-первых, мы на вот этих магнитных площадках показали им, что надо всегда держаться правой стороны, и водители, и пешеходы на тротуарах тоже. На велосипедах тоже надо ехать, держась правой стороны. Я увидела, что ребята неплохо владеют информацией о правилах дорожного движения. То есть они правильно разложили все знаки и грамотно пояснили, что означает. Сейчас их в садик водят за ручку папа и мама. Но эти малыши уже без пяти минут первоклашки. И 1 сентября сядут за парты. И тогда все усвоенные сегодня правила пригодятся на практике. Ведь дорога к знаниям должна быть безопасной. Елена Суханова, Михаил Бондарев. Новости на ТНТ. «Уралмонтажстрой» ответит за срыв отопительного сезона, а в Перми названы лучшие педагоги края. Прямо сейчас новости коротко на ТНТ «Березняки».
В отношении управляющей компании «Уралмонтажстрой» в Березниках возбуждено уголовное дело. Коммунальщики осенью подали тепло в квартиры с большим опозданием. В ходе прокурорской проверки установлено, при подготовке к отопительному сезону организация допустила существенные нарушения прав граждан, в том числе детей, на благоприятные и безопасные условия проживания. Материалы проверки направлены в полицию, где было принято решение о возбуждении уголовного дела «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщает портал bb59.ru. 21 апреля в субботу с 10 до 14.00 в торгово-развлекательном центре Orange Mall пройдет акция, посвященная Всемирному дню здоровья. Любой желающий сможет бесплатно пройти комплексное обследование специалистами Центра здоровья. У нас есть ряд лекционных мероприятий, мастер-классов, в частности по скандинавской ходьбе, и будем учить, как правильно мерить артериальное давление. И в краевой столице прошел финал конкурса «Учитель года 2018». До заключительного аккорда дошли 42 педагога. 4 березняковских учителя стали победителями краевого этапа. И это Василиса Рашитова, Вероника Попова, Елена Пономарева и Анна Турсун. По итогам конкурса «Учителем года» стала пермячка Екатерина Горошенкина. Осенью ей предстоит защитить честь края на федеральном этапе. Новости коротко подготовил Сергей Коленик. То в жар, то в холод. Прогнозы погоды на ближайшую неделю неутешительны. В последние числа апреля заметно похолодает. Синоптики не исключают и снегопады. Что остается делать нам с вами? Конечно же, теплее одеваться и создавать тепло и уют в нашем собственном доме. Только тогда никакая непогода не испортит нам настроение. А секрет теплого дома уже знает Екатерина Кравцова. Уют в доме во многом зависит от отопительной системы. Традиционные кирпичные печи постепенно теряют свою популярность, уступая место современным функциональным изделиям, которые могут вписаться в любой интерьер. Сегодня все печи соответствуют требованиям пожарной безопасности. Они герметичны и плотно закрываются. Еще один способ сделать дом теплым и комфортным – установить камин. Это безусловный элемент роскоши. Он неизбежно привлечет к себе внимание и станет центральным объектом в оформлении интерьера. К тому же возле камина вечерами за душевными разговорами можно будет собираться всей семьей. А вот какой это будет камин – электрический или дровяной – выбирать вам. Большой выбор отопительных систем для своего дома вы найдете в самом крупном магазине – «Термолюкс». Здесь представлены модели производства Франции, Италии и России. Именно тут вы можете подобрать и печи для своей бани или дома. Стальные или чугунные – тут всегда помогут подобрать подходящее оборудование, а также проконсультируют по правильной и, главное, безопасной установке дымохода. Сегодня на все действует акция. Печь для бани можно приобрести всего за 4999 рублей. Успевайте! Кстати, выгодной будет каждая покупка, ведь все изделия продаются по ценам прошлого года. В ближайшие дни синоптики прогнозируют плюсовую температуру, поэтому уже пора задумываться о том, как и самое главное, где вы будете коротать теплые вечера. В магазине «Термолюкс» большое поступление изделий из металла. Столы, лавочки, мангалы, заборчики, экраны для камина, дровницы. И что самое главное, можно подобрать все в одном стиле. Ажурные и изящные кованые изделия – это то, что может сделать ваш приусадебный участок уникальным. А оснащение, к примеру, зоны для барбекю может выполнять не только функциональные задачи, но также быть полноценным украшением. Любую вашу идею могут воплотить в жизнь. Кстати, кованые изделия прослужат вам долго, ведь им не страшны ни дождь, ни снег. Запоминайте адрес: Швейников 1. Именно здесь живет тепло. Екатерина Кравцова, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Тим Бертон в Березниках. Конечно же, речь идет о его мультфильме под будоражащим названием «Труп невесты», который оживили на сцене актеры детского театра студии «Ровесник». Уже скоро город увидит постановку «Невеста с того света». Много музыки, танцев, но никаких костюмов и декораций. Загробный мир обязывает к минимализму. Полудетективная история о мертвой, но очень милой невесте на сцене, как и в мультфильме Бертона, наполнена юмором и романтикой. Однако постановка «Невеста с того света» имеет строгое возрастное ограничение – 12+. Кстати, сами артисты назвали свое творение спектаклем-пунктиром. Итак, давайте вспомним, как выглядит пунктир. Тире, пробел.
точка, пробел, тире. Вот основное действие нашего спектакля выглядит точно так же. То есть где-то есть сцены, где действие практически отсутствует, такое как пробел. Есть очень короткие сцены, где точка, и есть полновесные сцены, как тире. То есть мы решили попробовать для себя вот такую вот интересную форму. Мы, можно сказать, придумали самостоятельно. А еще нас очень убедительно попросили оставить в тайне, кто же все-таки сыграет главную роль – невесты из «Мира мертвых». Оценить игру этой тайной актрисы вы сможете уже в это воскресенье, 22 апреля, в 18 часов в ДК имени Ленина. Билеты в кассах дворца. Сегодня десятки горожан спасали человеческие жизни. Березняковская станция переливания крови присоединилась ко всероссийской акции «Дню донора». Репортаж Евгении Кокшаровой. Первый раз идете? Да, первый раз. С утра на станции переливания крови на Ленина 22 многолюдна. Акция заставила людей самых разных профессий ненадолго отпроситься с работы и исполнить свой гражданский долг. Первый раз я звал в армию на срочную службу. Но сегодня как день донора, и мне захотелось также помочь кому-нибудь. Вдруг кому-нибудь пригодится моя кровь. Вызволять людей из беды – это его профессия. Павел работает спасателем. Однако спасать жизни может каждый. На соседнем кресле Наталья Хлынова. Она трудится на предприятии. Кровь Наташа сдает уже в 10-й раз. Звание донор теперь обязывает ко многому. Нельзя пить, нельзя курить. Все равно стараешься уже придерживаться этого. Возможно, эта кровь будет переливаться маленьким детям. Сегодня в кресле донора и главный врач Березняковской больницы имени Вагнера. Михаил Суханов – знаменитый кардиохирург. И он сам не раз отдавал свою кровь людям, которые были на волоске от смерти. У хирургов бывают ситуации, когда либо жизнь пациента, либо ты его должен как-то спасти. Но сегодня эта манипуляция, она запрещена. В России прямое переливание. Но когда она была разрешена, и пациент кровил, не было ничего, кроме как сдать свежую теплую кровь, перелить пациенту. Тогда хирурги прибегали к такой манипуляции. Но сегодня кровь попадает к пациентам только после карантина. Кандидаты в доноры проходят отбор, заполняют специальные анкеты, сдают анализ на гемоглобин, а затем каждого проверяет врач. Время 12:30, и сегодня станция переливания крови работает до последнего донора. Я одна из последних по счету, 47-я группа у меня, вторая положительная, одна из самых распространенных, но станция переливания крови в ней очень нуждается. Сегодня врачи мне об этом рассказали. Стать донором может любой желающий здоровый человек старше 18 лет. Для этого необходимо забыть об алкоголе, а также жирной, соленой и острой пище накануне. А еще выспаться хорошенько. Для того, чтобы поделиться своей кровью, повод не нужен. Поэтому березняковцев ждут каждый будний день до 12 часов по адресу Ленина 22 на станции переливания крови. Евгения Кокшарова, Сергей Колейник, новости на ТНТ. «Остановите землю, я сойду», так и хочется сказать, ежедневно просматривая сводки мировых событий. Пожары, катастрофы, война, стихийные бедствия. Но среди этого негатива, как солнце, порой пробиваются поистине чудесные истории о людях с большими сердцами. Телеканал ТНТ возрождает эстафету добрых дел в Березняках. Мы ждем историй, которые непременно помогут воспрянуть духом. Вера Андреева продолжит. Город добра, город великодушных и отзывчивых людей. Да, это про Березняки. Наши люди никогда не бросали своих в беде. Случись что, группы в соцсетях молниеносно взрываются сотнями сообщений и разносят клич о помощи в самые отдаленные уголки. Полгорода считает святой обязанностью встать среди ночи и выдвинуться на поиски пропавших без вести людей. Абсолютно незнакомые люди готовы утереть слезы матерям и подарить надежду, когда самое дорогое – дети – из последних сил справляются со страшной болезнью, чтобы жизнь маленького человека продолжалось с миру по нитке, общими усилиями собираются неподъемные для родителей суммы, которые дают шанс отправить малышей в лучшие заграничные клиники. Самая большая отдача потом услышать хорошие новости и искренние слова благодарности. От нас ведь с вами немного убыло, а ребенок, глядишь, уже с восторгом делает первые шажочки. Я хочу огромное спасибо сказать. Просто дай Бог здоровья всем, кто нам помогает, кто не остается равнодушным к
нашей дочке. Жутко, когда в одночасье целая семья лишается всего. И опять же, не потерять силу духа зачастую помогают простые березняковцы. Приютить, одеть, отдать свое, помочь словом и делом. Наши люди готовы выйти на благотворительный флешмоб и организовать безвозмездные фонды помощи, понять страдания и увидеть боль в глазах брошенных животных. У нас действительно много добрых сердец, отзывчивых и неравнодушных березняковцев. Поэтому мы вновь запускаем акцию «Эстафета добрых дел» с телеканалом ТНТ, которая, возможно, в трудную минуту кого-то поднимет с колен, даст новый толчок в жизни. Мы ждем ваших историй. Здорово, если у вас есть план или идеи, как помочь тем, кто в этом нуждается. Звоните, если прямо сейчас вам как никогда нужна помощь. Отлично, если вы уже стали для кого-то лучиком света. Поделитесь этим опытом с нами. Ведь тот, кто делает добро, даже более счастлив, чем тот, кто это добро получает. Вера Андреева, новости на ТНТ. Делайте новости вместе с нами. Снимайте эксклюзивное видео городских происшествий или интересных событий. Присылайте нам и становитесь мобильным репортером программы «Новости» на ТНТ. Мы ждем ваших сообщений на электронную почту tnt.news@mail.ru или по телефону 43 17 11. На этом у меня все. Наши репортажи вы можете найти в нашей официальной группе ВКонтакте или на портале bb59.ru. Далее прогноз погоды. В студии был Андрей Фадеев. Всего доброго и хороших вам выходных.